Ему бы в полях гонять, а он по городу скачет. На этих кадрах видно, как водитель мотоцикла эндуро пробирается через пробку по улице Современной. Вскоре маневрировать мимо машин ему надоело. Он сместился на тротуар, прыжками преодолевая по пути препятствия. Далее направился в людное место. Одно мгновение, и байк встает на заднее колесо, сбивает с ног девушку. После этого к ней подошли очевидцы. Как сообщили в госавтоинспекции, перед наездом на пешехода байк врезался в киоск. Видимо, поэтому мотоциклист потерял управление. На место аварии очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу и провели обследование. Судя по этому следу на куртке, мотоцикл передним колесом влетел в руку девушки. К счастью, перелома не было. У пешехода сильный ушиб и боли в спине. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку. После оформления ДТП девушка намерена с иском обратиться в суд и взыскать с виновника компенсацию за моральный и материальный вред. Сергей Пичугин, место происшествия.